Осушите слезы, Полин. Император сокрушит австрийцев. Я вернусь в ваши объятия. Вы будете мне писать? Каждый день. Клянусь. Да этот ловелас и думать о ней забыл, едва выехал за ворота. Просто бабник. Что происходит? Война ведь еще не закончилась. Вы же должны воевать в Австрии. Полин замужем, у нее двое детей, а вас давно похоронили с оркестром и почестями. Я должен ее утешить. Нет, нет, нет! Вы не писали ей ни строчки. Она была в тоске. И я сочиняла ей письма от вашего имени, а в последнем я от вас избавилась. Избавилась? Ну, не переживайте. Вы умерли героем. Думаю, не стоит разрушать такую легенду. Посмотрим. Он вернулся. Капитан Невиль. Вы вообще в своем уме? Мы договорились, вы должны были уехать. И в этот момент на меня бросились 2000 англичан. Когда до них оставалось сотня ярдов, я кладу палец на спусковой крючок и бах! Врывается наша кавалерия. И это все? Ну, просто герой. Соглашусь, но таков мой путь, и не я его выбирал. Тебя разоблачат за пару дней. Я рубил их в боку, в капусту, в фарш, в труху, всех! Элизабет, я пойду на дно только вместе с вами. Я так устала. Пойду прилягу наверх, в крайней комнате. Полин! Невиль! Франсуа? А, нет. Прошу прощения, я думал, что это не вы. Может, в другой раз? Нет. Ты разрушил созданный мной образ. Он дьявол! Он нас позорит! Какая стерва! Капитан Невиль, которого я создала, был изысканным и утонченным. Только, милочка, герой, здесь я. Невиль, стой! Ты уже сделал 12 шагов? Да, я насчитал только 11.